Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Тысячу лет меня здесь не было, ребята, и я, наверное, сейчас нахожусь в Лиге Мастеров. Точнее, какие-то мастера. Самураев, Лига Самураев, наверное, одна звезда. Так и есть. Друзья, а смешного на самом деле здесь очень мало. А почему? Да потому что, как всегда, у нас конец недели. Рэй подзабил болтишок на все это дело и теперь будет выкручиваться. Как? Естественно, ребят. Естественно, рвать себе пятую точку, чтобы к концу недели, точнее даже к началу недели, мы с тобой получили Лигу Мастеров 3 звезды. Но вот получится ли у меня? Обычно всегда получалось. Обычно всегда получалось, потому что я, ребят, настойчиво и настырно. Ну, ты знаешь, типа, сам себе вызов делаю. Если я не сделаю, то я... Типа, я лох. Вот. Как бы так. Естественно, лохом не хочешь быть, да? Естественно, начинаешь всячески выкручиваться. Ну, потому что, ребята, я вам скажу следующее. И когда ты начинаешь играть вот с самого начала, вот после буста, если ты начинаешь второй день, третий день, ты где-то уже к четвергу находишься в Лиге Мастеров. Соответственно, ты начинаешь расслабляться. Думаешь, ай, там пятница, суббота, воскресенье, еще 3 дня есть, да нафиг я не буду сидеть. И когда заходишь, ты оп, а тебя уже и скинули. А тут, ребят, ты заходишь бодренько в четверг в игру, видишь, что ты в Лиге Самураев. Вот, и начинаешь уже чесать свою задницу и думать, блин, ну это же неправильно, надо же как-то выкручиваться из этого положения. И начинаешь елозить, понимаешь, елозить. То есть ты уже не забиваешь болтец на это все дело, а начинаешь потихонечку играть. Ну, потихонечку это я сказал, ребят, так образно говоря. На самом деле так играешь, что просто, блин, кресло дымится из-под зада. В плане, как ты тут усираешься. Вот, поэтому мы продолжаем, друзья мои, бомбить. Меня, как говорится, хлебом не корми, дай тут получить Лигу Мастеров. Естественно, 3 звезды, на меньшие мне как бы и не надо. Мне нужны осколки, все прекрасно знают. Вот, то же самое, ребят, касается и Драконов Саникулха. Не знаю я, что там происходит сейчас в данный момент. Вы тоже как бы молчите, да нет, может быть, вы не молчите, просто я сейчас, ну... После тренировки, ребята, у меня дикая усталость, я могу, блин, просто вырубиться. У меня вот нет сил садиться и записывать. Изголодался, исхудался, ребятушки, исхудался. Сижу на жесткой диете, скидываю себе килограмм. Правда, они почему-то не скидываются. Как весил, блин, 108 килограмм, так, блин, и вешу. У меня 108-106, почему-то, не знаю, прыгает вес мой. Вот, но состояние мое от этого не лучше. Ну, возможно, ребята, на фоне того, что я еще болел, переболел, как бы до конца не восстановился, не реабилитировался. Может быть, естественно, ребята, все это просто так бесследно не проходит, да. Все равно какие-нибудь побочные негативные эффекты все равно должны оставаться, присутствовать они должны. Не зря это называется болезнь. Вот, ну я почему-то очень тяжело в последнее время. Да я вообще в последнее время очень тяжко переношу. Даже элементарные, ребята, простуды. Заболел, все, тебя начинает колбасить, кости начинают болеть, как истинная пенсия, понимаешь? Ты думаешь, мне это нравится? Конечно же нет. Ну такова реальность. И поверь мне, это у каждого так будет. Рано или поздно, нет, я, конечно, не то, что желаю, но это... неотъемлемая часть нашей жизни. Старость, не радость, как говорится, да? Не, ну я не записываюсь, я, конечно, вообще там в старики, в дряблые уже, ребят. Я, может быть, в душе весельчак, как говорится, да? И умом как ребенок, но... Извини меня, тело-то не обманешь? Мозг тело не обманет? Или как там, тело мозг не обманет? Ну, в общем, ты понял. Как бы ты ни молодился и ни хорохорился, все равно ты будешь... Кем ты есть, блин. Вот так вот. Ладно, не загоняйтесь, ребят, это мои темы. Вам еще, как говорится, до этого очень далеко. Вам можно сидеть, играть, кушать все подряд, пить все подряд, как говорится, и горе не знать. Это уже потом, в далеком будущем, начинаешь задумываться.
зачем, что и почему. А пока есть такая возможность, конечно же, надо наслаждаться жизнью, иначе зачем тогда вообще жить? Так что поехали, ребята. Я взял здесь Донателло 100 уровня. Ну, я думаю, что он тут справится. Так, а у нас четверг. У нас события-то еще и не открылись, к сожалению, да? Я думал, что мы сегодня, может быть, пофармим эксперт снаряжения, но по ходу дела нифига у нас не получится. Вот. Блин, я даже еще не в лиге. Я даже не в лиге Сёгунов, друзья мои. Как ни странно, не в лиге Сёгунов. Вот. В основном за кадром, ребята, я фармлю сейчас в игру Strike Force. Да. Почему-то меня там... Я даже играю за кадром. Очень много времени у меня именно на нее уходит. Все, хочу там пооткрывать персонажи, попройти события все, но никак у меня почему-то не получается. Мне то персонажи не те выпадают, ну, я имею в виду звездность на персонажа, то элементы выпадают, ну, по прокачке шмота. Опять же, не то. И вот сижу там, пыхчу, так скажем. Тут я помню, кто-то в комментариях, ну, правда, это давно, давнишник был комментарий. Рэй, вернись, пожалуйста, в игру Ривенгард. Я как вспомнил, ё-моё, блин, Ривенгард. Не, она хорошая игра, я не спорю, ребят, но... Вы помните, да? Как пукан там дымит, горит, ё-моё, там, я не знаю. Ну, без дон... ну, понимаешь, дело в том, что мы все игры проходим с тобой без доната. Это очень сложно, очень, ребят, сложно. Это очень сложно и долго. Самое главное, что, наверное... Не то, что сложно, но все-таки как долго. Вот, если бы мы, например, с тобой там вот даже в Strike Force бы вложились бы, там, 1500 там или 2, купить тот же самый абонемент, пропуск, процесс просто бы шел бы, ребята, в X2, а то, гляди, в X4. То есть, ну, существенно, ребята, идет прирост и по опыту, и по карточкам, и вообще по всему. А так как мы играем без доната, поэтому все и очень долго, друзья мои. Все очень-очень долго. Вот. Ну, такова аж натура у меня, ребят. Не то, что я жадный на деньги, но просто... Да даже если захочешь заплатить, ты уже не сможешь заплатить. Хе-хе-хе, вот и все. Так что... ты можешь им сказать только вот так вот. Вот вам. По губам... Ни копейки вам не дам. Вот такие вот дела. Ладно, не знаю, что-то развеселился, не к добру. Как у меня, знаешь, как-то примета. Если ты смеешься, то вечером ты будешь плакать. Ну, не знаю, почему у меня так вот сложилось все это. Это то же самое, как, знаешь, это ложка или вилка упадет на пол. Надо постучать 3 раза. Понимаешь, или что-нибудь там сказал про человека, не подумавши. Блин, сплюнь, да ё-моё, да. Тьфу-тьфу там по дереву постучать. Я думаю, что у многих такой, да? А еще раньше, ребята, были, знаете, какая штука? Ты идешь, например, с друзьями там гуляешь, да? И видишь, ну, там, дохлая собака или кошка, или голубь дохлый, да? И ты сразу, ё-моё, начинаешь вот это вот... ну, я хотел уже сказать, чур меня, нет. Знаешь, вот это вот, как там, через левое плечо, что-то там, чтобы болячка перешла на кого-то там, на какой-то неодушевленный предмет или... Ну, знаешь, типа такой фигни. Ну, было такое на самом деле, да? А что ты хочешь, блин? Раньше и девчонки прыгали на резиночках. И что у нас там? Что у нас было? А что у нас пацаны делали в то время? Да ничего не делали, ребят. Блатовали у нас в то время пацаны... В лихие 90-е. Да, просто блатовали. Помню вот эти еще первые видосики, которые пошли, знаешь, ну, тогда не было этих кинотеатров еще. Нет, кинотеатры были, но я имею в виду видеомагнитофоны там эти, знаешь, как-то клубы, да? Такие закрытые, подвальные, блин. Куда заходишь, там, о, все там, Джеки Чан. У нас же откуда вот эта блатота-то вся пошла? Именно с этих фильмов, ребят. Кобры, вот с этого всего. Мы же начали там, о, ё-моё, да как же, что ты, ё-моё. ОПГ и так далее, и поехали, блин. Вот. Все начали поджимать, отнимать и так далее. Ну, то были такие года, ребят.
Это, знаешь, неотъемлемая часть нашей истории. Это, наверное, так и должно было быть, и через это должны были мы пройти. Как ни крути. То есть, что было, то было, уже ничего не изменишь. Так что, вот такая вот. Ну, те времена. Ну, я тебе скажу вот, по чесноку, что 80-е годы, да? Вот, по 90-е. Ну, предположим, раньше вот стояли вот эти вот автоматы газировочные, да? Там, по-моему, 3 копейки вода без сиропа газированная, а 5 копеек именно с сиропом. Так вот, я тебе скажу, что эти автоматы у нас стояли на улице. Вот прямо на улице. Вот у нас стоит, например, таксофон, будка, да? И вот этот рядом автомат. Ну, может быть, и в магазине, может быть, где вот на входе прям стоит сбоку. Раньше так было. Вот. Последние бухарики, которые собирались там на лавочках, там бухали там пиво или еще что-нибудь, он возьмет этот стакан, даже если ему, ну, вдруг понадобился, да? Вот, он там, ну, они попьют там с него. Раньше же были такие штуки, знаешь, ты стаканчик этот ставишь, тш, и он как бы моется. Ну, такая вот штука. Так вот, они там попили, например, он придет и положит этот стаканчик на место, ребят. На место. Он его не разобьет, он его не выкинет, он его не оставит там на месте. Он его придет и поставит на место. Вот это, конечно, вот в этом плане было культурно. Я не помню, чтобы, например, молодой мальчик там, да, если там бабушка какая-то упала нечаянно или там споткнулась, или не может там перейти дорогу, ну скользко ей вдруг, ребят, ну вдруг. Чтобы молодой человек прошел, вот так вот просто оглянулся, там, усмехнулся. Нет, он всегда там, вам помочь, может быть, там, сумку вам донести. Ну, истинные тимуровцы, ёпрсты. Что-то типа того. Я не говорю, ребят, что это должно всем нравиться. Но я просто жил, как бы, в то время, и меня это вполне устраивало. И для меня это было нормально, кстати. Да, для меня сейчас дико, когда ты идешь и смотришь, как маленький паренек, там ему лет 13-14, он уже там с сигаретой, мат на мате у него там. Ну, поверь, но это некрасиво. Я понимаю, что у него сейчас в голове, да, что вот он чувствует себя взрослым. Да нифига, он не взрослый, ребят. Ну он хочет вот так вот себя проявлять. Он никак больше не может проявить, понимаешь? Ему нечем себя проявить. А перед девчонкой он сигарета, он типа крутой. Не знаю сейчас, правда, как вот у нынешней молодежи к этому отношения. Ну, вот раньше было вот так вот, что если ты крутой, ну, если ты там куришь в кожаной куртке, там, такой, знаешь, при деньгах, да еще там это, ты считался нормальным. Девки все были твои. У нас почему-то все раньше ценилось, либо все девки твои, либо уважуха в компании. Наверное, уважуха в компании ценилась больше всего. Если ты еще и на гитаре лобать мог, ух ты, е-мое, ты... А если ты еще и кучу анекдотов при этом знал, ну, ты вообще, ребят... Пуп земли, так скажем. Не знаю, что меня потянуло вот на это все. Порой все равно, ребят, ностальгия какая-то берет. Да, берет какая-то ностальгия. Была раньше стабильность. Стабильность во всем. Я помню, не было вот у моих родителей такой проблемы съездить в отпуск, потом приехать с этого отпуска и думать, как дожить до зарплаты. Но не было такого, ребят. Я помню, я каждый год куда-то ездил. То в пионерские лагеря, то куда-нибудь там с родителями, ну, то на Украину, то в Белоруссию, то еще куда-нибудь. Не было что-то вот, как сказать, какого-то беспокойства, что ты приедешь где-то, где брать деньги на еду, что такое занимать, я даже не помню. Не было никаких кредитов, блин, вот этих вот займов, микро... Не было вот этого всего, ребят. Да, я не спорю, конечно, в магазинах был дефицит большой всего. И только по связям могли там кое-что там доставать. Но деньги были у людей, а тратить их и было некуда. Вот так вот. А сейчас наоборот, блин. Есть все, а нету денег. Ну, как бы вот так вот. Ладно, давай пойдем с тобой пройдем серию испытаний. Кстати, я что-то за разговором даже не посмотрел. Мы с тобой докуда дошли-то хоть? Че, до Лиги Сюгунов? До Лиги Сюгунов одна звезда, я только дошел. Молодцы, красавчики. Слушай, ребята, а что я вас... Подожди, а сегодня... Что у нас? Секунду. Сегодня у нас что, блин? Нифига не четверг? Фу ты, ребята, сегодня, блин, пятница, кстати. Ё-моё. Вот это я живу. Вот это я живу вчерашним днем. Ребят, конечно же, будем проходить.
событие с вами. Мне нужно, как вы понимаете, эксперт снаряжения. Ну, надеюсь. Пятница. Так, подожди, пятница, суббота, воскресенье. То есть у меня получается всего лишь 2 дня на то, чтобы я получил... чтобы я получил Лигу мастеров 3 звезды. Так, пятница сегодня уже не считается, суббота... Получается только 2 дня. Офигеть. Слушай, а это серьезный уже вызов, ребят. Так, ну что, эти 2 брата-акробата сейчас выходят, да? Один лом, другой лопата. Как вот там, крэк и гравитон? Нет, гравитор. Гравитон — это из Strike Force, из Марвела. А это гравитор. Давай паутинкой для начала жахнем. Так, апперкотиком, я думаю, я его смогу завалить. Да ладно. Как так-то? Ну, Шреддер молодец, красава. А Рафаэль-то чё так обделался-то, малька? Чё он его не мог добить-то? Пужанул слегка, что ли? Я не могу понять. Сами давно не работал. Не знаю, ребят, что за приколы. Ну что, поехали. О! Изи, друзья мои. Изи-катка получилась. Мы с тобой сразу же получим. Вот, кстати, зря здесь я оставил Острозуба. 61 уровень против 80-х. Ну, ты знаешь, это такое себе развлечение. Если по нему звезданет один из братцев-акробатцев, то будет очень плохо. Так, ну что, кожеголовый... Ага, не кожеголовый, нифига. Так, секунду. Поехали. Раз... Двас. Так, трис и последний. Ну, блин, 80 уровня, ребята, блин. А у Острозуба еще к тому же и здоровье уже немножечко покоцанное, давай скажем так. Да, нифига не весело. Че, плевок... Фигня какие-то полные. Давай я, наверное, провокацию возьму. Ну, не же массовые атаки. Давай, наверное, так сделаем. Может, кровотечение, постепенный урон. Слушай, на этот раз этот упал. Сейчас будет... Двоих! Паук уса этого смел, ты прикинь! Ёпрсоты, ребята, вот это да, вот это, блин, Уэлсон... Какого фикуса? Так, друзья мои, делаем как по старинке. Убираем щеглазадых всяких. Ставим здесь X... Нет, X2 не надо ставить. Это не X2, а автобой. Что за выкрутасы? Я не всосал, а? Что за фигня, блин? С какого, блин, перепуга? Блин, я думал, кожеголовый... Я думал, чука же голубой упал, что ли? А это вот так просто... Смотри. Подожди, а почему на нем постепенный урон висит? Кожа голову, ты как себя чувствуешь? Нормально? Все, теперь он четенько... Подожди, а разве у нас переходит негатив от одного боя к другому? Такого же, по-моему, не должно быть. А тут он с того поединка перешел в этот, он у него уже, видел же, негатив был. То есть постепенный урон на нем висел. Ну все, ребят, ну хорош, тут выпендриваться, сломали двери тут, блин, понимаешь, поздоровались такие. Тут он говорил, они поздоровались. Ну, такое ощущение, что они не здороваются все-таки, а скорее всего, как бы борются. Борцы-сумоисты. Но... Сейчас, пам, ответочка. На-ка в лицо. Так, давай без своих... А вот были бы у меня эти смус-муфрики, вот эти вот, которые там, паукус и... Они бы обязательно сделали бы ход. Ну, ладно. Так, снаряжение, мощь. Да ладно, это что за...
Ребятушки, ну здесь я, наверное... Блин, тут будет сложно. Они мощные. Они здесь мощные, ребята. 90 уровень. Что-то мне жрать захотелось опять. Я как начинаю что-то вспоминать, или это, ребят, мне все, мне сразу, блин, на еду пробивает. Слушай, но они будут сильно бомбить. Несмотря на то, что мы с тобой сотого уровня, они нас, ух. Этот гравитор и крэк. Как его, крэк, да? Блин, они там, конечно. Или трек. Нет. Трек, блин, не помню я. Ладно, это не суть. Суть в том, что они сейчас лихенько нас бомбанут. То есть мне желательно бы сразу кого-то уничтожить. Либо лавового, либо электрического. Я даже не знаю, кого тут. Кого быстрее-то? Давай, наверное, кубарем вначале сделаем. Слушай, ну тут уже одному кому-то крышка. Да я тебе скажу, даже и этому тоже крышка. Я думал, что нас сейчас тут разнесут. Разнесли. Это мы их разнесли. Причем на изи. Так, ну что у нас? Одна последняя попытка. 30 жетонов. 30, друзья мои, жетонов. Но самое главное, что мы пофармили. Так, пойдем проходить серию испытаний. Это мы уже с тобой уже подходим ко второму кругу. Я тебе так скажу. Ну, а на втором круге, естественно, по окончании у нас там будет маленький засранец Крэнк. Ой, разевался. Ой, ребятушки, как сладко зевнул-то, а. Я просто с тренировки уставший немножко. Вроде хотел поспать, но я думаю, сейчас лягу спать, как всегда. Ночью вскочу, блин. Записывать ничего не захочу. Думаю, дай-ка лучше сейчас поиграю. Душевно. Так. И на второй волне у нас кто? Вот они, родные, стоят тут. На-ка тебе. Давай ракетами. Ослабление заодно повесим. Угу. Так, Донни, что я там делал? О, Донни хороший баф сделал. Рандомный, кстати, баф у него идет. На защиту, кому-то делает броню. Кому-то еще, но все равно это нам, как говорится, помогло. Так. Забираем награды. Что у нас там с лисичкой, сестричкой с нашей творится? Давай глянем. У нее все хорошо, она апается у нас. На 85 уровень. И мы продолжаем искать. Так, 9 шляп с напитками надо. Так, подожди, 9, это получается уже 7. Это уже получается 6. 6, 5, 4, 3, 3, так, 2 и 1. Да что такое, зевота напал на меня. Ребятушки, зевота. Или помнишь, как это? Икота, икота, уйди на Федота, с Федота на Якова, а потом на всякого. Нифига, я что вспомнил. А еще этот прикол, да? Пионерский лагерь. Эй, ребята, включите свет, дышать темно, и воздуха не видно. Да. Многие не поймут, конечно. Это я на своей волне. Так, ну что, друзья мои, мы... Что-то мы... А, мы... Все сделали уже? Вот так вот, ребятушки. Незаметно за рейвскими байками все уже сделали. Я даже глазом не успел моргнуть, а уже и делать нечего. Ну что ж, друзья, тогда до завтра. Завтра будем опять рвать пятую точку для того, чтобы
перебраться в Лигу Мастеров 3 звезды. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.